Тамерза, умоляю, скажите, что может утолить жажду измученного путника? Михаил Михайлович Казаков. Советский, российский, израильский актер и режиссер театра, кино и телевидения. Сценарист, народный артист РСФСР. Снимался в кино «Убийство на улице Данте», «Человек-амфибия», «Хождение по мукам», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Безымянная звезда», «Покровские ворота» и многих других. Прижать эту нежную, нежную фиалку к своему истрадавшему сердцу. Да, с другими я часто бываю груб. Но с вами я люблю вас. Ушел из жизни после продолжительной болезни в клинике близ Тель-Авива. Похоронен, согласно завещанию, в Москве, на Веденском кладбище. Что, решили сменить партнера? Тот с нимбом на голове вас больше не устраивает?